Всем привет, друзья! 3 сентября. Как раньше я говорил, всем привет из солнечного Крыма. Теперь можно сказать, всем привет из солнечного Курска. Потому что 3 сентября, а на градуснике 32 градуса тепла. Можно сказать, 34 августа. Лето продолжается. И мы сегодня вновь в усадьбе, в парке графа Нелидова, 18-19 век. Находится он от нас совсем недалеко. И мне хотелось бы этим видео ответить на вопросы, на комментарии, которые до сих пор мне приходят под видео. Прошлогодние видео из Крыма, что а вы что в этом году в Крым не поедете, уже конец сезона, у меня до сих пор спрашивают. Поэтому хотелось бы вот таким вот видео сразу ответить, что в этом году у нас не получилось. Так сложились обстоятельства и плюс по состоянию здоровья. Встречал людей здесь, совершенно незнакомых мне в Курске, которые спрашивали, поеду я ли в Крым, смотрят меня тоже из Курска, из родного города. Все мои ролики из Крыма. Ну, в этом году получилось так. Посмотрим, что будет в следующем году. Заодно сейчас покажу еще немного этот парк. И ставлю аэросъемку, прошлогоднюю аэросъемку из Крыма и Курск частично. Надеюсь, теперь не будут писать, хотя вряд ли на это видео, конечно, сразу попадут все. Ну, и, конечно же, хотелось бы поблагодарить тех, кто смотрит до сих пор меня, несмотря на то, что я сменил, как говорится, картинку. Теперь не только Крым, а в основном больше Курск. Спасибо, кто со мной остался. Это приятно. Хоть по просмотрам и видно, что в Крыму, например, смотрели 5-6 тысяч просмотров на видео, когда 2 тысячи, когда 3 бывало, и с 80 тысяч, а здесь сразу 300-400 просмотров. Но все равно очень приятно, что люди смотрят. Не только из-за Крыма смотрели. Буду продолжать снимать из Курска, а как будет в следующем году, посмотрим. Может быть, еще какая-то тема появится для роликов. Так что, благодарю. Всем всего самого доброго. Покажу сейчас немного еще парк и аэросъемки немного. Вспомним, как говорится, Крым прошлогодний сезон и немного Курска сверху. Какая высоченная горка. А я можно хочу? Просто громадная. Я встал, смотрите, насколько она выше меня. Я таких детских горок еще не видел. Граф Нелидов был губернатором Курской губернии в начале 19 века. Он же, кстати, и построил в честь победы над Наполеоном Знаменский собор, который я много раз показывал в своих видео о Курске. Такие вот дорожки по лесу, по парку. Среди вековых дубов. Сейчас здесь пансионат, санаторий. В Курской области еще есть знаменитое гнездышко, дворянское гнездышко Борятинских, князей Борятинских. Лерусь, не перебивай меня, пожалуйста. Князей Борятинских в Марьино. Громадное. Дворец, там уже точно можно сказать, что дворец, тоже красивейшее место. Может быть, и туда доберемся. Сниму для вас. Какие дубы гигантские. Немного в стороне есть источник. Его открыли как раз в то время, когда здесь граф строил себе эту усадьбу. Он до сих пор еще работает, сейчас он называется Феодосия Печерского. Целебный источник. Тут в сторону уходит еще дорожка. К сожалению, этот парк сильно разрушили, когда пришли сюда чекисты. Совсем недалеко от этого места были массовые расстрелы в 30-е годы. Да, натворили они делов и разрушили здесь большую часть строений. Ну, а потом и фашисты. Чуть дальше отходишь уже и начинают деревья падать. Трухлявые деревья, хотели вот дальше пройти. Тут и березы уже очень, видимо, старенькие, высокие. И стволы тоже не маленькие. И тоже вот они падают, к сожалению. Жаль. Мы в прошлый раз тоже далеко зашли в лес, и там стоял дуб громадный. Просто громадных размеров. И уже часть от него обвалилась. Там уже убежать в сторону не успеешь, он очень высоченный и широкий.
еще лучики солнца на них на верхушке попадают. Как они мне нравятся. Просто громадные. Высоченные. Я не знаю, сколько тут метров. То есть три тополя на Плющихе, а это три дуба у дворца. Тоже вот, видимо, табличка висит, упоминаются в 18 веке они здесь. Вот, похоже на то, что им столько лет. Просто гиганты. Вот такие вот мы, крошечные. Вот, тут еще и стол теннисный есть, когда-то функционирующий. Можно?